Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное, самых простых продуктов. Давайте приготовим. Итак, чашечка фасоли, 250 грамм, кукурузка, чеснок 10 грамм, курочку можно взять, грудку отварную или варено-копченую. Режу курочку где-то пол сантиметра толщиной и шириной. Вот такие вот кубики. Отправляем в чашку. Примаринуем копченую курочку паприкой подкопченой. Я возьму вот так вот пол чайной ложечки. Щепотка черного молотого перчика тоже не помешает по вкусу. Вот так вот. Все, курица приобрела такой цвет красноватый. Нарежем петрушечку. Петрушки не жалейте. Отправляем в салат. Натираем чеснок на мелкой терочке. Тут 10 грамм. Отправлю 2-3 ложки майонеза. Положите 2 ложки, перемешайте. Если не хватит, добавьте. Вот 2 ложки положили, 100 грамм. Мне маловато. Понимали, добавлю еще пол ложечки. 120 грамм достаточно будет. Все, салат готов. Перекладываем в салатницу. Добавляем немножко свежей зелени. Подаем на стол. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!